Здравствуйте, драгоценные друзья, партнеры нашего служения и также все, кто видит меня и слышит. Доброе утро! Я приветствую вас от всего сердца и с большой радостью хочу поделиться с вами о том, что Бог верен, никогда не оставит и не покинет. В этой жизни мало друзей, верных друзей. Это качество характера, верность, так редко встречается на пути. Но Бог верен, и на Него можно положиться всегда. Порой в этой жизни нас предают даже самые близкие люди. Так бывает. И иногда мы переносим свой жизненный человеческий опыт на Бога и думаем, что и Бог такой же, как и все, и тоже нас оставит. Но это неправда. Бог не оставит и не покинет тебя. Бог будет верен тебе всегда, потому что в Нем нет неверности. Он будет верен тебе до конца, до самого последнего вздоха. И даже если что-то идет не так, оно может идти не так по нашим причинам каким-то, или может быть из-за каких-то людей, или из обстоятельств, или из-за дьявола, или из-за того, что просто этот мир испорчен, потому что Бог планировал Эдемский сад и не планировал, чтобы жизнь была вот такой. Но Бог хороший, и Он всегда на твоей стороне. И потому в этот день, во всех делах, когда мы будем заниматься любыми делами служения или чем бы вы ни занимались, знайте, Бог верен и верен всегда. И потому пускай наше упование больше всего будет именно на Боге, потому что в Нем мы не разочаруемся никогда. Чтобы защитить свое сердце от любого разочарования и ненужной боли, возложи упование на Господа, потому что Он не разочарует тебя никогда, и Он единственный, кто никогда тебя не разочарует. Спасибо, что вы были вместе со мной. Еще раз приглашаю вас на день рождения нашего служения, которое будет уже вот-вот-вот. И также приглашаю вас не только приехать и получить благословение, но и так как жизни тысяч людей изменятся силой Святого Духа, предлагаю вам стать и партнерами этого события. Это хорошая почва для посева. Я верю, что Бог воздаст вам во 100 крат и сильно благословит вас. Потому что это Его дело и Его работа, и Его награда придет от Него. Бог благословит вас, потому что все знает, все видит, и даже ваши 2 лепты вернутся к вам умноженными от Него. Люблю вас, благословляю, спасибо вам еще раз за то, что были вместе со мной. Пока!